Всем привет! Буквально вот пару недель назад, может быть, чуть меньше, увидела у одной из вас, дорогие мои, пост о том, что можно укоренять вот с помощью ватного диска и стаканчика. Полумертвый черенок уже вот просто погибающий от черной ножки, срезала вот по максимуму, и вот смотрите. Корешок торчит сквозь ватку. В ватке стоял, ну вот где-то около недели, может быть, чуть побольше. В общем, два корня дал. Вот, видите, упирается. Поэтому метод действительно очень эффективный. Ну что же, будем садить. Благодарю за совет.